Всем привет! И сегодня я в отличном настроении, в замечательном месте, в Красной Поляне, называется оно Снегири Вилледж. Надеюсь, это видео будет полезным для вас, досмотрите его до конца. И если понравится, не забудьте подписаться на мой канал. Находится этот отель на улице Листопадной, это недалеко от казино, буквально, наверное, 500 метров от казино. Очень удобная локация, но в то же самое время, почему мы его выбрали для своего отдыха, потому что здесь тихо. Вот там у нас прямо улица Березовая, лес, можно пойти прогуляться в лесу. Стилистика такая достаточно необычная, мне чем-то очень напомнила свою родину. Там, где я родилась, там как раз у нас тоже много домов из бруса. Слева парковочка для велосипедов, елочка очень такая потрясающе красивая, я думаю, на Новый год ее однозначно нарядят или нарядят. Погода просто суперская у нас в этом ноябре. Здесь есть еще, кстати, баня, кому нужна, вот на входе здесь ресепшн. Стоимость завтрака включена в отель. Наш вот домик называется Цермат. И у каждого домика есть свое название. Сколько здесь всего? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять домиков. И смотрите, еще у каждого домика отдельная парковка, отдельная зона барбекю. Сейчас поближе подойду, чтобы было лучше видно. Такой вот тут мангальчик. Как мишка сделанный. Очень здорово. Прям хорошо так поработал дизайнер, видно. А вот там у соседей я вижу, по-моему, мангальчик, это уже не мишка, а какой-то лосик. Обожаю слэбы. Так. Но территория здесь небольшая, но, в принципе, рядом зато можно выйти и гулять. Тут везде можно гулять. В Красной Поляне можно гулять везде. Когда живешь в городе, даже в Сочи, все равно хочется иногда куда-то уехать за город, где тихо, спокойно, допустим, так, как здесь. Так, ну да, получается, что это вся территория, такая вот она небольшая. 10 коттеджиков, каждый со своим названием. Флажками. Молодцы, мне очень нравится здесь. Сейчас еще сам домик тоже зайду, вам покажу. Кошечки здесь местные с котятками бегают. Так, ну это, видимо, какому-то из домиков зона. Кс-кс-кс-кс-кс. В Сочи очень много кошек, собак. Огромное количество. Они здесь себя настолько комфортно чувствуют, что плодятся в огромном количестве. И самое интересное, что они никого не боятся. Так, давайте сам домик посмотрим. Качелька здесь на первом этаже. Площадь точно я не знаю, какую получается. Вот она такая, терраса. На первом этаже здесь кухня. Есть все, что нужно. Можете сами готовить. Посудомоечная машина даже есть. То есть все полностью готово для... Можно даже здесь жить. Здесь получается выход. Выход как раз к барбекю. Санузел. Проводка даже здесь такая необычная. Санузел тоже здесь. Стиральная машина, порошок, фен. Вообще все есть. Даже есть вот лицо накрасить красиво. В общем, все условия.
Так. И на втором этаже непосредственно. Даже не поднималась, сама не смотрела, что там. Так, запах такой классный. Прям деревом пахнет. Получается, от спальни. Двухспальная кровать. Здесь что у нас? Ага, гардеробная. Спальня с выходом на балкон. Какой классный балкон большой. Угу. Большой такой балкон, тут прям можно даже позагорать при желании. Лежака только нет. А на втором этаже, смотрите, как интересно сделали. Лестница, и там еще две кровати. Думаю, для детей вообще супер. Должно им понравиться. Вторая спальня. Что-то темненькая какая-то. Видите, дизайнер прям как постарался. Сладких снов. И здесь тоже такая же классная кроватка на втором этаже. Балкон тоже есть. Здесь уже не такой большой балкон. Даже видите, как все продумали. Москитная сетка от комаров. Прям молодцы. Вот когда люди думают о том, что они делают, это всегда заметно. И это всегда меня радует, когда о тебе кто-то заботится. А наверху в горах уже снег лежит. Потрясающее, конечно, место. Внизу мы еще загораемся и купаемся. А наверху уже практически скоро можно будет на лыжах кататься. Ну и я так понимаю, что здесь еще должен быть у нас на втором этаже. На втором этаже второй санузел. Телевизор, зеркальце, Wi-Fi. Супер. Да, и здесь второй санузел. Ну, здесь просто санузел уже без душа. Просто раковина и унитаз. Немножко тут как-то прохладно почему-то именно в этом санузле. Очень все продумано, очень все стильно. Прям вот 5 баллов. Молодцы. Кто это здесь прилетел и улетел? Ай-яй-яй. Ну-ка, иди сюда. Не знаю, будет вам видно на камеру, нет? Прелесть какая. Не могу просто понять, кто это. Надеюсь, вам понравился этот видеообзор. А я всем рекомендую отдых в Снегири Вилледж, в Красной Поляне. С вами, как всегда, была Ирина. Я всех была рада видеть на своем канале. Желаю всем отличного настроения и хорошего дня. Увидимся с вами в следующем видео.